Приветствую вас, дорогие друзья. Это счастливый влог. Так, кстати, обратите внимание на цвет волос. Снова я экспериментирую. Снова я балуюсь тоникой. Опять ее переборщила с дозой. В общем, капли нужно, наверное, отмерять пипеткой. Но ничего страшного, я ничего не боюсь. Господи, я же все равно никуда не хожу. Потом это уже надо отстригать. Вот, а счастливый влог, потому что у нас теперь переехал Арслан вчера из Кореи, наконец-то. И младшие Айтбаевы поселились у нас, ну как, на одну ночь переночевать. И следующую ночь тоже переночевать, они будут у нас. Теперь мы живем большой семьей. Боли только тебя не хватает. Здорово. Так, ну, в этой комнате порядка. Между прочим, можно сказать, что это порядок. Ну, только вот полотенце его нарушает. И кресло надо освободить. Но вот эти вот я штуки шью. Кстати, вчера накрасила ногти и так навкалывалась. Ну, в смысле, я вчера весь день на кухне готовила ужин торжественный. Вместе с СССР. Радостный день. Сегодня приехал Амиркин папа. Да. И утро у нас началось радостно. Амира, где папа? Так, ну ладно, Амира занята. Где дядя Арслан? Вот там. Да, вот там. Сейчас. Ангела сделаю. Давай. Опа. Я ангела. Сегодня мы будем... Еще раз скажи всем привет, а то я не успела записать. Сегодня мы играем с Амирой. Амирочек, Зефирочек. Называется «Голодное детство». Что там, как там говорят, деревянные игрушки, что еще? Прибитый пол. Так, сегодня вечером у нас потеха. Я и раз, два, три, четыре. Четыре питомца. И их гуляющие родители. Амира
И папины шорты. Айлана и Нарана и Оскаркин телефон. А в это время Адалиша тоскливо глядит на дверь и думает, ну когда же мама придет? Нет, в 73-м. Во втором классе я лежала. Был май месяц, мне разрезали ногу. Зачем тебе резали ногу? По-моему, это флегмона называется. В общем, лимфа. Лимфатический узел. Воспалился. Я играю. Что-то я дофига лежала с этой флегмоной, хотя там в наше время, мне кажется. Где? Мужик идет, кажется. Куда? Убирай машину. М? Скажет, убирай машину. Почему? Так, мы на территории республиканской больницы. Здесь огромный комплекс. Я лежала вот в этом здании. Окна у меня выходили на ту сторону. А, и на эту сторону тоже выходили. Я в разных палатах лежала. Было это в 72-м году. И потом в 74-м. Не хочешь заходить в кадр? Вроде два сына. Входите в нет, платье. С Канатом на попалом купила. А? С Канатом? А? Скажи папе, солнце мое. Ты солнце мое. Ты солнце мое. Ты солнце мое. Ты солнце мое. Мама, папа и бабушка. Солнце? Мы все солнце. Мы солнце. Я люблю ось. Ее прямо раздражает, что прекращается поток еды. Прерывается. Так, дорогие мои друзья, я же все-таки сшила эти штуки. Штучки. Подарила сестре на день рождения. Вот 4 таких. И для стульев, и 4 для табурета. Вот. Да, представляете, 6-летняя Айлана сама готовит яичницу. Вот этот человека воспитывает, да, самостоятельно. Смотрите, как было мне сложно пришивать вот эти штуки ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
так, пожалуй, вот та ровнее, да? Нет, нет, это более кривая. Это еще и не симметричная. Вот это более симметричная. И, как ни странно, лучше получилось там, где я не приметывала. Я нанесла мелом разметку, ну, вот эти вот концентрические окружности, вот эти вот линии, хорды. Вот. И уже строчку прокладывала, сразу пришивая эту тесьму. И такой нюанс, лучше тесьма легла, где ее не перегибали. Ну, здесь вот перехлёстнутая, то есть перевернутая. У ней две стороны не одинаковые, одна все-таки более лицевая, чем другая. И вот, надо потише сделать. И это, вот там, где без перехлёста, просто сгибом, она смотрится лучше, лежит лучше. Так, вот такой узор, и еще вот два таких вот у меня. Это попытка изобразить монгольский круг, монгольский орнамент. Это первая попытка. Так, а где вторая? А вторая. Вот еще одна. Круглый табурет. Нет. А вторая вот так вот проще гораздо. Просто нашила тесьму, не подрезая. Вот так. Так-то. Так, люди, у нас видите, какая крыша? Как вам это нравится? У нас взялись крышу крыть. Убрали весь шифер. А видите, дом в основе деревянный, он сталинский. Я даже не знаю, что здесь. Я в этом не разбираюсь. Возможно, эти сваи еще крепкие. Не знаю. Очень приличный подъезд. Всегда чисто. Можно тут вещи свои оставлять. Никто не заберет. Вот. Люди оставляют коляски в подъезде. Друзья, привет! Сегодня я одета в стиле городская сумасшедшая. Да, у меня еще такие перчатки к этому пальто. Пальто ни в какую не хочет разглаживаться. Это, собственно, делает мою городскую сумасшедшую по-настоящему сумасшедшей, а не гламурной дамочкой. Скар с Нараной вышли, потому что Нарана не хочет покидать маму, вцепилась в маму, и не истерика, а вообще Наране с мамой, с папой нужно идти в поликлинику. Вот. Пока у нас заминка, я накрашу ноготь. Вчера я накрасила ногти. Ну, два из них пострадали от мытья посуды, от прочих хозяйственных дел. Ах, жалко, я же не взяла с собой этого. Смотрите. Буду восстанавливать, как это называется, коррекцию ногтей. А, хотя, смотрите, все ногти ободрались. В общем, это... покрытие сушкой не способствует, не слишком крепко держит лак на ногтях. Но сушит неплохо, надо сказать. Да, я же недавно стала еще, буквально вчера или позавчера я стала консультантом Faberlic. Будем вместе листать каталог действующий. Высказывать мнения свои на канале, на Орифлеймовском канале. Так что, если вам интересно, подписывайтесь на мой Орифлеймовский канал. Называется Аюна Коновалова про Орифлейм. Но я думаю, Коновалова надо убрать, наверное, будет Аюна про Орифлейм. Ну, не знаю. Аюн, в принципе, много, которые про Орифлейм. Не знаю, посмотрим.